десятитысячный готов. Сегодня с конвейера международной компании «Хаер» в Набережных Челнах сошла десятитысячная стиральная машина. На праздничную церемонию приехали китайские партнеры «Автограда». Напомню, торжественное открытие этого завода прошло только в конце августа. Впрочем, это только часть большого пути крупнейшего резидента челнинской территории, опережающего социально-экономического развития. Появится целый индустриальный парк, в который к 2024 году будут входить 10 предприятий.